Всем привет, с вами Бара, и добро пожаловать на канал Taurus Game Cryvyl. А сегодня мы с вами, ребят, продолжим проходить такую замечательную игру, как Evoland. Давайте нажмем на эту замечательную кнопочку продолжить наконец-таки. В прошлой серии мы остановились на том, что нам... Это я где? Так, я чуть не понял. Итак, ребят... Вкратце объясняю, что произошло, как я здесь оказался, что, почему. А, получилось так, то, что я когда еще до этого начал записывать серию, мне, то есть меня резко оборвали. Как бы это должна быть, которая вот еще третья серия, меня резко оборвали. А, то есть мне надо было срочно уехать, и получилось так, что серия не сохранилась. Я подумал, типа, ладно, то, что там сохранение, которое я сохранил из деревни, оно так и останется. Я не думал, что я сохранюсь в этой шахте. В общем-то, рассказываю, что было до этого, чтобы как бы не терять. Но там ничего такого не произошло. Я просто, получается, я сходил сначала к этому лысому игроку Double Twin. Он мне сказал, что у какой-то старухи бомбы. А получается, это... Ну, то есть, это где-то минус 10 минут геймплея. А эта старуха сказала, что какой-то дракон там прилетел, там сжег половину все. Сказала, типа, обратиться там... короче, к другой девушке. Я пошел к этой девушке, и мне типа спросил, знаете, что за дракон? Она сказала, типа, это не дракон, это мой сын, украл у этой старухи бомбы и играет с ними. Вот, ребят. И я, получается, оказался, потом я пришел в эту пещеру. И давайте теперь мы будем с этого момента продолжать. То есть мне надо найти тут два... Мне надо вообще найти два кристалла, чтобы попасть в какую-то там шахту или деревню, что ли. А, так. Окей, тут сундучок, у нас еще сундук. Ты получил выбор персонажа. Жаль, что нельзя вставить монетку и сыграть вдвоем. Не, я еще из-за этого буду играть. Самый сильный из всех. Так. Это что такое? Я испугался. Так, кувшинчики эти не разбиваются какие-то. Уйдите, ну ладно. Как вас много, господи, помилуй. Это плюс 50 здоровья, это гили еще. Офигеть, как вас много. Я реально испугался, это было неожиданно. Так, сцепные комбинации удара. После каждого удара нас наносит новый, чтобы... А, короче, все, я понял, что тут делается. Господи, как это страшно. Так, ладно. Игра набирает новые обороты. Как вас много, меня сейчас здесь, по-моему, придушат. Тихо, здоровье. Мне тут эти пауки реально душат. Так, это гили. Собираем гили, ожерелье орла. Какие-то новые вкусняшки я получаю. Так, мне надо... Господи, вот еще сундучок один. Шкала здоровья, больше никаких четвертичных сердечек. Ладно, покажите, пожалуйста, шкалу здоровья. Спасибо. Это начинается прям какой-то лютый РПГ, я могу так сказать. Так, это, по-моему, как от летучей мыши. Значит, я, в принципе, иду в верном направлении. Господи, как вас много, а? Так, окей, здесь больше ничего нет, никого, ничего здесь нету. Так, окей, тогда погнали дальше искать. Нам надо, короче, найти еще одну часть амулета. Так, давайте туда сходим. Я не... Так, это... Стоп, это просто как типа пещера, как доп, что ли? Да, хотя нет, здесь были сундуки. Как бы сюда надо было обязательно зайти. Здесь же что-то еще есть 100%. Может быть, что здесь больше ничего нет. Да ладно. Серьезно, больше ничего нет. Ну, вот такой, короче, здесь мир. Вот здесь по нему бегал, нашел эту пещеру. Опять кто-то. Так. А вы кто такие? Пакуны вы. Пакун. Здесь сейчас моя, так, ну ладно. Катака. Блин, магию надо было. Не атаку, это слишком слабая. Ладно. Так, магия, лечение, подлечись-ка. А, да, еще у нашей этой появился X-кристалл, который... Такой просто, сейчас покажу магию эту. Просто из земли появляется как будто кристалл. Типа, и наносит много урона. Короче, на следующих атаках покажу. Так,
атака. Или мы сейчас... Нет, все, мы его убили. Знаете, что надо? Давайте-ка вернемся в деревню, вот эту, по-моему, в той стороне. Да, вот он. Нам надо в нее вернуться. Мы в нее почти вернулись, так, извиняюсь. В нее почти вернулись, но нас напали. Окей. Убиваем. Атака. И зачем атаку-то использую, все время забываю. Надо в эту большую черепашку слить, если он сильный достаточно. Так, смотрите, вот магия, X-кристалл. Вот, пам. И земли как будто... О, все убили. И земли кристаллик появляется какой-то. Не вынесли, что ли? Так, магия, лечение, подлечись-ка. Лечи-ка нас. Атака. Все, убили. Ты вырвал 3 штугили, получил 13 единиц опыта. Так, нам сюда. Там, короче, есть торговец, у нее. Вот, видите, мы здесь, вот, деревня Огай. Я вот здесь везде походил. Так, мне нужна... Ну, там торговка стоит. Сейчас покажу, где она. Почему я зашел с другой стороны, если я уходил совсем с другой? Странно. Вот, торговка стоит. Собственно. Угу. Вот. Вот, купить. Но мне нужна серебряная броня. Все. Теперь у меня серебряная броня. Давайте... Ой, быстрее сиди проигрывать. А, чтобы быстрее загружалось. Давайте купим. Давайте редкую карту купим. А, 10 тысяч стоит. Господи, я думал, 1000. 10 тысяч, да. Нифига. Давайте перо феникса купим. Купим зелье. Все. Погнали дальше. Теперь нас не так сильно будут хотя бы пробивать. Надо будет накопить и купить быстрый DVD-проигрыватель. Тут слишком долгая загрузка. Мне их не нравится. Так, вот здесь, да, сюда идти. Да, жесть опять. Так, атака. Жалко, что они с одного удара уносятся. Так, магия, лечение, подлечись. Атака. Так, все. Идем. Здесь серьезно ничего нет больше. Нет, стойте, подождите, это бред какой-то. 5, мне бесит это. Просто невозможно путешествовать нормально. Я не могу понять, куда мне идти. Я реально не могу понять, куда мне идти. Тут надо думать. Опять, может, давайте к этой пещере вернемся? Может, я там чуть не увидел, так скажем. То, что там еще что-то стояло, я это не мог разбивать. Так, ну давайте еще раз сходим. Посмотрим, что там. Может, там реально что-то не заметится. Зря я что-то за все задумался. Так. Мне, кстати, очень мало урона начал наносить после того, как купил эту броню. Атака. Я говорю, всего 75 жи хпшки максимально. Окей, ладно. Так, у нас мы получили по 7 уровню. Ну, еще раз сюда сходим. Что здесь реально чуть не убил. Так, вот здесь мы зашли. Руин Сарундак. Так, вот здесь, первый, вот здесь мы зашли. Значит, давайте сюда сходим. Опять эти пауки. Да уйдите. Уйдите от меня. Господи, так. Да уйдите, пожалуйста, от меня. Чё вам надо? Так, еще гили. Чего вас так много? Чего нового? Скажите. Да, по-моему, здесь все я собрал. Тихо. Вот это сейчас. Вот это вот. Уйдите от меня, у меня аж игра подвисла, вы серьезно. Брысь от меня, брысь. Камнелом. Пояс легенд. Я не знаю, что такое мне дается. Так, а я здесь не был. Да, я же сказал, что меня... Вот, да, там он еще сундук. Меня здесь не было, все, я же сказал, что-то пропустил. Так, что за сундук? Ты получил
Освещенность окружения меняет зависимость твоего местоположения. Окей, давайте сюда. Так, там выход, я отвечаю, там выход. Давайте еще походим здесь. Посмотрим, что здесь еще есть. Господи, а вы кто такие? Маг, господи. Так, опять эти фигни. Они очень сильные, кстати, их. Их больше 1000 урона. Фиг пробьешь еще. Ну, убей ты его. Так, надо здесь просто походить. Вот здесь куда удобней. Здесь, если бы вот так, как было вот в обычном мире, я бы здесь даже не ходил. Потому что, блин, вот дух Тифон. Я не знаю, что я получаю. Так, давайте здесь все осмотрим. Так. Они реально очень сильные. Их тяжело пробить. Так, окей, мы сделали просто кружок, то есть мы просто заработали гиля. Окей, значит, нам сюда идти. Там побыли. Все, значит, мы идем сюда. А, я думал, здесь не выход, офигеть. Я думал, здесь выход был сейчас. Что им дали? Динамическое освещение. Окей, динамика хоть какая. Опа, сохранял кого-то. Это скелеты, что? Никогда в жизни бы не подумал, что это скелеты. Так, сейчас я их переубиваю и сохранюсь. Так. Выносим их потихоньку. Тебе надо вот таких шахт, что ли? Нарукавники какие-то. Мне кажется, это все аспекты броней. Так, сохраняемся. Так, окей, давай сначала сюда сходим, посмотрим. Так, да, тут сундучок. Здесь, наверное, звезда или карта какая-нибудь. А, нет, ты получил мини-карта. О, вау, это очень круто. Вот это реально все. Это реально очень удобно. Наконец-таки. Игра хоть как-то преображается. Честно. Так. Так, вон еще сундучок. Замечательно. Что здесь у нас? Звезда Эвеланда. Да. Я был прав. Ладно, пофиг. Погнали дальше. Вот это все, вот это вообще тема. Потому что без карты было бы очень неудобно. Так, идем наверх. Идем наверх. Хоп. Множественное убийство. Специальный момент, когда ты впадаешь в убийственное бешенство. Множественное убийство. Чего? Да, я... Ох, какие больно-то. Больно? Больно вообще-то, да? Только здесь... Почему не показывает, типа, на мини-карте есть? О, боже, сколько у вас там. Вот это очень нравится, то, что комбинированные удары пошли какие-то. Так, вот здесь нет сундука. У меня здесь нет сундука, но... Кстати, карта немного неправдивая, потому что здесь, видите, как бы не должно быть развилок. Господи, куда я бью, а? Мультикилл. Больно вообще-то, да? Так. Наколенники. Тут даже кусты еще нельзя срезать, да вы серьезно. Ни горшки не разбить, ни кусты срезать. Так, ладно. Тут же точно не сундука, да? Да, здесь точно не сундука, поэтому погнали сюда. Ой, я врезался. Погнали сюда, так. Здесь у нас... Етить, колотить! Давайте сюда так маленько будем загонять, чтобы вот такие вот удары наносились. Ох, как вас... Ох, у меня аж игра немного подлагивает. Офигеть вас там. Жесть. Сколько сейчас у меня гиля будет. Отлично. Дух приключений, розовая огненная, что-то какая-то фигня. Очень много здоровья получил. А... Так, давайте всех здесь мультиков пособираем. Сейчас мы просто отойдем. А, господи, как вас много. И вот здесь будем их так убивать. Во! Это куда правильнее. Ай-яй-яй, нет. Главное вот так не попадаться.
как вас много-то, а, господи. Если бы просто я бы сейчас там стоял, меня бы уже давно загасили. Good like. Так, убиваем его. Итак, да, какую-то броньку получаю, которую я пока что еще не могу надеть, как я понимаю. Давайте туда сходим наверх, там какая-то развилка, он сверху, господи, опять эти пиявки. Давайте вот так. Так, ладно, немного не туда. Отходим обратно сюда. Ну, полазите, полазите со мной. Все, ждем их всех здесь. Давайте, подходим. Все, теперь можно вот так вот делать. Пау! Пиявки, слава богу, что с этих... комбинированных атак умирают. Так. Я же все же не посмотрел, что там. Так, опять эта фигня. Ну, там их две, я вижу. Даже три. Так, там здесь... О, сундучок. Отлично, замечательно. Отлично, замечательно. Что у нас здесь? Звезда Эвеланда. Ты нашел 10 спрятанных звезд. Спасибо. Так. По идее, их к этому моменту игры можно еще больше найти, просто я их не собираю. Я не знаю, для чего они. Если, ребят, знаете, то напишите в комментариях. Так, ну опять эти. Пау. Ну, этих всяких... Unstoppable. Я их еще быстрее начал убивать? Как будто, ну, я быстрее, как будто сильнее стал. Не знаю. Monster kill. Так. Да опять вы, господи, помимо все. Почему, для чего здесь так много монстров? Мне скажите, чисто мигили фармить или что? Трусы непоколебимости. А, серьезно, трусы непоколебимости. Так, ладно, давайте все. Здесь у нас еще. Так, сохранимся. Здесь у нас сохранялка. Это хорошо. Там босс. Окей, я вижу босса, но мы еще здесь не все посмотрели, не все как предлагала-то. Давай сюда еще сходим. Господи, вас тут еще много будет, не? Мне реально пролагивание вот из-за этих... из-за этой фигни идет. Я не знаю, почему, у меня телефон достаточно мощный, но все равно какие-то такие пролагивания есть. Rampage. Вот, мне сейчас тупо сняли половину хп. Я туда пройти не могу, странно. Я только босс, получается, могу сейчас пройти, да? Ну, погнали. Чё же? Кто здесь босс? Классно, босс. Ты получил... Ой, похоже, на себя. Хозяин приказал остановить себя. Скоро он будет править миром, а я стану командовать его армиями. Сила кристалла не защитит тебя в этот раз. Готовься к смерти. Да кто еще? Давай, давай, кто кого? Король мё... Я тебе вообще урон... Я ему вообще урон не ношу. А, нет, наношу. Угу. Спасибо. Вот мне вот как раз хпшки от них-то и нужны. Там одна вообще в секстурках застряла. О, у меня очень мало жизни. У меня цельное металлическое облако. Теперь ты полностью наряжен. А, тебе очень тяжело. Цельное металлическое оболочка. Чего? Тихо. Угу. Фу, как вас много. Тихо, 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 тихо. Так, он меня сейчас может убить. Мне интересно, мне за пределы можно выходить? Ой, я знаю, как его можно убивать. Тихо. Так. Знаете, что попробуем? Выйти за пределы. Да-да-да, можно. Просто уходим сейчас отсюда, гуляем сюда. Давайте. Где он? Нет, уходим, явно уходим. Го, короче, до сохранялки добежим, сейчас сохранимся. Он все равно за мной идет. Так, надо быстренько до сохранялки сейчас добежать. Так, сохраняемся. А что сюда пришел? Ты мне здесь...
Как хорошо, что я прям как чувствовал, что она сохранит. А? Серьезно? Ну блин, ладно. Но зато у меня сейчас не половина хпшки, а полная. Нет, тут эти тоже есть козлы, ладно. Я с ними аккуратненько. Чтобы у меня жизни были полны. Так, я не буду... И сейчас, если у меня полная жизнь, я не буду эти штуки собирать. Для босса я их числу. Сейчас я это все оставляю. Если у меня будет слишком мало хп. Так, отходим. Так, отходим. Так, отходим. Тихо. Ну, пока у меня нормальный хп, в принципе. Так, отходим. Главное, не собрать. Главное, хпшки не собрать. Ох, тут одно хп. Одну можно собрать. Все, погнали к боссу. Я всех же здесь зачистил, да? Да, все, я здесь всех зачистил, погнали к боссу. Тяжеловатый босс, вообще тяжеловато. Угу. Так, все, уйди, все, отстань. Я понял, что ты можешь. Так, тихо. Чисто сейчас вот так вот его убьем. Мне вот, здесь надо стоять, потому что мне только по один фаербол сейчас по мне попал. Даже чуть подальше можно отойти. Так. Так, отходим подальше. Тихо. Отходим подальше отсюда. Так, пытаемся его убить. Ну, кстати, вот так вот очень эффективно его через стенку убивать, потому что... Ну, он по мне даже не... Его огненные шарики мне... Я его почти убил. Давай. Его огненные шары на меня не попадают вообще никак. Убиваем. Еще немного, прям чуть-чуть осталось, У меня тоже очень мало хп. Я прям его почти убил. Давай. Я его убил. Все, победа. Я его убил. Фуф. Ты получил, где-то что-то случилось. Может быть, уверен, что это в последний раз. Фуф, окей. Так. Это было плотненько. Там... Я не могу эту хпшку собрать. Окей, там как раз мы оставили хп. Сейчас мы соберем те хп, которые мы оставили. Как раз он сейчас будет фулл хп. Я надеюсь, они никуда не пропали, они там лежат. Да? Они пропали? Не, ну... Я пойду сохранюсь. Обидно как-то. Ладно, ребят. А что там уже за этой стенкой, которая там была, которую мы видели, мы увидим в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то поставьте большой палец вверх, подпишись на канал. Всем удачи, новых встреч, всем пока-пока.